Всем привет! Сегодня буду украшать торт в виде лейки с цветами. Делать буду бархатцы. Для серединки насадка номер 102, маленькая роза. Крем окрашивала краситель Америкалор номер 163, Electric Orange. И для нижних лепесточков взяла двойной крем. Сверху оранжевый окрашивала тем же красителем Америкалор. А вот этот крем окрашивала, смешивала три красителя топ-декор. Коричневый, бордовый и желтый. Такие красители можно купить в магазине Кондитер Ленд. Ссылочку под видео я оставлю. Делаю небольшую основу. Сначала делаю серединку оранжевым кремом. Выдавливаю лепесточки. Где-то вверх насадку, где-то в сторону. Беру насадку 104. И делаю нижние лепесточки. Можно дополнительно окрасить сухим красителем. Вот так получается. Сделаю однотонные цветочки. Также делаем серединку. Еще я хочу сделать цветы на вот таких мармеладных палочках. Вот как они выглядят. Я половинку беру, делаю небольшую такую основу, чтобы было за что крепиться крему. Делаю серединку. Нижние лепесточки. Вот такие небольшие получаются, зато можно вставить в торт выше основных цветочков, и будет красиво. Торт я покрыла белково-заварным кремом.
Выравнивать буду с помощью ацетатной ленты. Это плотная ацетатная лента. Она была 15 сантиметров в высоту. И вот я себе кусочек отрезала и буду ней выравнивать. И как обычно, для удобства брызгаю водой. Взяла коричневый крем, окрашивала краситель топ-декор коричневый и срезала пакетик. Сделаю окантовку внизу. Из мастики я сделала ручку и вставила шпажки и вот такую лейку. Как делать лейку, я вставлю в видео, а ручку я уже не снимала. Просто раскатала плоско мастику, завернула и вставила шпажки. И она у меня подсохла. И сейчас поставлю. И я развела краситель «Наш кондитер» цвет «Зеленый мох». И сейчас буду окрашивать. Для листиков срезала пакетик треугольником, крем окрашивала, краситель «Наш кондитер» зеленый мох и топ-декор зеленый. И вот полосу по краям провела, краситель «Шеф-мастер» неоновый пурпурный.
Вот такой тортик получился. Такая садовая лейка. Такая осенняя. Я забыла сказать, внутри начинка капучино. Выпекала на диаметр 18 сантиметров. И вот так получилось. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!